ночь минула. Вчера просила спать. Отказ. Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Не спи, покуда не скачешь со стула. Теперь вот только что вздремнула. Уж день. Сказать им? Господа, Софья Павловна, беда, зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи? Алексей Степанович, сударыня! И страх их не берет. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Да расходите с утра! Что с... Который час? Все в доме поднялось. Который час? Седьмой! Восьмой! Девятый! Неправда. Ах, Амур проклятый, слышат, не хотят понять. Ну, чтобы ставни им отнять. Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка. Заставлю их играть. Барин. Барин, да. Ведь экая шелунья ты, девчонка. Не мог придумать я, что это за беда. То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи было бы слишком рано. Нет, сударь, я лишь невзначай. А то-то невзначай. За вами примечаю, так верно, с умыслом. О, зелье баловница. Вы баловник. Прицуль вам эти лица. Скромна, ничего, кроме прокосы ветру на уме. Пустите, ветреники сами, опомнитесь вы, старики. Почти. Ну, кто придет, куда мы с вами? Кому сюда прийти, ведь Софья спит. Сейчас започивала. Сейчас? А ночь? Ночь целую читала. Вишь, прихоти какие завелись. Все по-французски, вслух читает, запершись. Скажи-ка, что глаза ей портить не годится, и в чтении прок от невелик. Ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится. Что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь. Чего будить? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонию гремишь. Да полноте! Помилуй. Как кричишь, с ума ты сходишь. Боюсь, чтобы не вышло из того. Чего? Пора, сударь, вам сдать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышат. Все ты лжешь. Эй, Лиза! От господ подали. У них беды себя на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей. И барский гнев, и барская любовь. Что, Лиза, на тебя напала? Шумишь, конечно, вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало. В самом деле рассвело и свет, и грусть. Как быстро ночь. Тужите, знай, с стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел. Я мерла, вертелась перед ним, не помню, что врала. Ну что же стали вы? Поклон, сударь, отвести.
Пойдите, сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно. А в доме стук, ходьба, метут и убирают. Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, конечно, мне попасть. Идите, целый день еще потерпим скуку. И, бог с вами, прочь возьмите руку. Что за оказия? Молчалин? Ты, брат? Яс? Зачем же здесь? И в этот час? И Софья. Здравствуй, Софья. Что ты так рано поднялась, а? Для какой заботы? И как вас Бог не впору вместе свел? Он только что теперь вошел. Сейчас с прогулки. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым. Занятие для девиц. Всю ночь читает небылицы, и вот плоды от этих книг. А все Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас Творец от шляпок их, чепцов, и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок. Позвольте, батюшка, кружится голова. Я от испуги дух перевожу едва. Изволили вбежать, вот так проворно смешалась я. Благодарю покорно. Я скоро к ним вбежал. Я помешал, я испужал. Я, Софь Павловна, расстроен сам. День целый, нет отдыха. Мечусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня. Тот пристает, другой. Всем дело до меня. Но ждал ли новых я хлопот, чтоб был обмануть? Кем, батюшка? Вот. Попрекать мне станут, что без толку всегда журю. Не плачь. Я дело говорю. Уж об твоем ли не родили, об воспитании. Сколыбели. Мать умерла. Умел я принанять мадам Розье вторую мать. Старушку золото в надзор к тебе приставил. Умна была, нрав тихий, редких правил. Одно не к чести служит ей за лишний в год 500 рублей сманить себя другими допустила. Да не в мадаме сила. Не надо в иного образца, когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня. Не хвастаюсь сложением, однако бодр и свеж, и дожил до седин, свободен, вдов, себе я господин, монашеским известен поведением. Осмелюсь я, сударь. Молчать! Ужасный век! Не знаешь, что начать. Все умудрились не по лету. А пуще дочери, да сами добряки. Дались нам эти языки, берем же по бродяг и в дом, и по билетам, чтобы наших дочерей всему учить, всему и танцам, и пенью, и нежностям, и вздохам, как будто в жены их готовим скоморохом. Ты, посетитель, что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство. Дал чина сестра и взял секретари. В Москву переведен через мое содейство. И будь не я, коптел бы ты в Твери. Я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет, великая напасть. Шел в комнату, попал в другую. Попал или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. Вот в чем, однако, случай весь. Когда ведь вы с Лизой были здесь, перепугал меня ваш голос чрезвычайно и бросилась сюда со всех я ног. Пожалуй, на меня всю суматоху сложит. Не впору голос мой наделал им тревог. По смутном сне безделица тревожит. Сказать вам сон поймете вы тогда. Что за история? Вам рассказать? Ну да. Позвольте, видите ли, сначала цветистый луг, и я искала траву, какую-то не вспомню наяву.
Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, явился тут со мной и вкрадчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден? Ах, матушка, не довершай удара. Кто беден, тот тебе не пара. Потом пропало все, луга и небеса. Мы в темной комнате. Для довершения чуда раскрылся пол, и вы оттуда. Бледны, как смерть, и дыбом волоса. Тут с громом распахнули двери, какие-то не люди и не звери нас врознь. И мучили сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ. Хочу к нему, вы тащите с собой. Нас провожает стон, рев, хохот, свист чудовищ. Он вслед кричит. Проснулась. Кто-то говорит. Ваш голос был. Что, думаю, так рано? Бегу сюда и вас обоих нахожу. Да. Дурен сон, как погляжу. Тут все есть, коли нет обмана. И черти, и любовь, и страхи, и цветы. Ну, сударь мой, а ты? Я слышал голос ваш. Забавно. Дался им голос мой. И как себе исправно всем слышится. И всех сзывает до зари. На голос мой спешил. Зачем же? Говори. С бумагами? Да, их не доставал. Помилуйте, что это вдруг припало усердие к письменным делам? Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, а наяву страннее. Искала ты себе травы, на друга набрела скорей. Повыкинь вздор из головы. Где чудеса, там мало склада. Поди, коляк, усни опять. Идем бумаги разбирать. Я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок без иных. Противоречие есть, и многое недельно. Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтоб множество не накоплялось их. Дай волю вам, оно бы и засело. А у меня что дело, что не дело, обычай мой такой. Подписано, так с плеч долой. Ну вот, у праздника. Ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха. В глазах темно и замерла душа. Грех не беда, молва нехороша. Что мне молва? Кто хочет, так и судит. Батюшка задуматься принудит. Брюзглив, неугомонен, скор таков всегда, а с этих пор ты можешь посудить? Сужусь, не по рассказам. Запрет он вас, добро еще со мной. А то помилуй бог, как разом. Меня, Молчалина и всех с двора долой. Подумаешь, как счастье своенравно. Бывает, хуже с рук сойдет. Когда ж печально и ничто на ум не идет. Забылись музыка, и время шло так плавно. Судьба нас будто берегла, ни беспокойства, ни сомнений. А горе ждет из-за угла. Вот, то-то! Моего вы глупого суждения не жалуете никогда. А ну вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет этой прока ни во веки веков. Как все московские, ваш батюшка таков. Желал бы зять он звездами, да с чинами. А при звездах не все богаты между нами. Но, разумеется, к тому бы деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы. Вот, например, полковник Скалозуб. И золотой мешок, и метит в генералы. Куда как мил, и весело мне страх выслушивать о фрунте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Да. Так сказать, речист, а больно не хитер. Но будь военный, будь он статский.
кто так чувствителен и весел, и остер, как Александр Андреевич Щацкий. Не для того, чтобы вас смутить, давно прошло, не воротить. А помнится? Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех, болтает, шутит. Мне забавно. Делить со всяким можно смех. И только, будто бы. Слезами обливался, я помню, бедный он, как с вами расставался. Что, сударь, привез, смеясь. А он в ответ, недаром, Лиза, плачу. Кому известно, что найду я воротясь, и сколько, может быть, утрачу. Бедняжка, будто знал, что года через три... Послушай, вольности ты лишней не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила. И знаю, и винюсь. Но где же изменила? Кому? Чтоб укорять неверностью могли. Да, Щацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбой. Но потом он съехал. Уж у нас ему казалось скучно и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорчен. Мастер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот о себе задумал он высок. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Где носится, в каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни, а от скуки, то вернее. И верно, счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я, не таков. Молчалин. За других себя забыть готов. Враг дерзости. Всегда застенчиво, не смело. Ночь целую с кем можно так провести? Сидим, а на дворе давно уж побелело. Как думаешь, чем заняты? Бог весть, сударыня, мое ли это дело? Возьмет он руку, к сердцу жмет, из глубины души вздохнет. Ни слова вольного, и так вся ночь проходит. Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Смеешься? Можно ли? Чем повод подала тебе хохоту такому? Ваша тетушка на ум теперь пришла, как молодой француз сбежал у нее из дома. Голубушка, хотела схоронить свою досаду, не сумела. Забыла волосы чернить и через три дня посидела. Вот так же обо мне потом заговорят. Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтобы от смех дурацкой вас несколько развеселить мог. К вам, Александр Андреевич Щацкий. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали. Говорите, что ж рады. Нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены. И только. Вот прием. Как будто не прошло недели, как будто бы вчера вдвоем мы ночью нет друг друга надоели. Не наволос любви. Куда как хороши. А между тем не вспомнить, без души я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронесся. Ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз. И вот за подвиги награда. Ах, Чацкая, я вам... Очень рады. Вы рады. В добрый час. Однако искренне, кто ж радуется эдак? Мне кажется, что напоследок
людей и лошадей знобя. Я только тешил сам себя. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали вас мы тут. Сударыня, скажите сами. Всегда. Не только что теперь не можете вы сделать мне упрека. Кто промелькнет, отворит дверь проездом, случаем, из чужей, издалека. С вопросом я, хоть будь моряк, не повстречал ли где почтовый вас карете? Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, уж ли я здесь опять, в Москве, у вас? Да как же вас узнать? Где время то, где возраст тот невинный, когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем, шумим по стульям и столам, а тут ваш батюшка с мадамой за пикетом, мы в темном уголке. И кажется, что в этом, вы помните, вздрогнем, чуть скрипнет столик, дверь. Ребячество. Да-с. А теперь, в 17 лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ без думы, полноте смущаться. Да хоть кого смутят? Вопросы быстрые и любопытный взгляд. Помилуйте, не вам, чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет 2. Тот сватался успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах. Гонение на Москву. Что значит видеть свет? Где же лучше? Где нас нет. Ну, что ваш батюшка? Все английского клуба, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? А этот, как его, он турок или грек, вот черномазенький, на ножках журавлиных. Не вспомню, как его зовут. Куда ни сунься тут, как тут в столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, родных миллион у них, и с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр и маскарад». Дом зелени раскрашен в виде рощи. Сам толст, его артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем певец зимой погоды летней. А тот чехотошный родня вам, книгам враг. В ученый комитет, который поселился, и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Вот вас бы с тетушкой свесть. Чтоб всех знакомых перечесть. А тетушка все девушкой Минервой, все фрейлины Екатерины Первой, воспитанец и мосик, полон дом. А к воспитанию перейдем. Что нынче, так же, как и издревле, хлопочет набирать учителей полки. Числом поболее, ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком или географом. Наш ментор. Помните, колпак его, халат, перст указательный, все признаки учения, как наши робкие тревожили умы, как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гильоме, француз, подбитый ветерком, он не женат еще? На ком? Хоть на какой-нибудь княгине. Пульхерия Андреевне, например. Танцмейстер можно. Что ж он и кавалер. От нас потребует с имением быть и в чине, а Гильоме... Здесь нынче тон каков. На съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков. Французского с нижегородским. Смесь языков? Да, двух, без этого нельзя ж. Но мудрено один из них скроить, как ваш. По крайней мере, не надутый. Вот новости.
Я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживленный, говорлив. А разве нет времен, что я молчалина глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало, писемо, где новеньких тетрадей увидит, пристает. Пожалуйтесь писать. А впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любит бессловесных. Не человек, змея. Хочу вас спросить, случалось ли, чтоб вы, смеясь или в печали, ошибкою добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть. Когда все мягко, так и нежно, и незрело, на что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине, вот полчаса холодности терплю, лицо святейшей богомолки, и все-таки... Я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки и клонятся к чему-нибудь вреду? Но если так, ум с сердцем не в ладу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь. Пойду как на обед. Да, хорошо, сгорите. Если ж нет. Вот и другой. Ах, батюшка, сон в руку. Проклятый сон. Ну, выкинул ты штуку. 3 года не писал 2 слов и грянул вдруг как с облаков. Здорово, друг. Здорово, брат. Здорово. Рассказывай. Чаю тебя готово собрание важное вести. Садись-ка, объяви скорей. Как Софья Павловна у вас похорошела? Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьей красоты. Сказала что-то скользь, а ты, чай, надеждами занесся, заколдован. Ах, нет, надеждами я мало избалован. Сон в руку, мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал? Я? Ничуть. О ком ей снилось? Что такое? Я не отгадчик снов. Не верь ей, все пусто. Я верю собственным глазам, век не встречал. Подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно. Он все свое. Да расскажи подробно, где был. Скитался столько лет, откуда вы теперь? Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой. Прощайте, через час явлюсь. Подробности малейшие не забуду. Вам первым, вы потом. Рассказывайте всюду. Как хороша. Который же из двух? Ах, батюшка, сон в руку. И говорит мне это вслух. Ну, виноват, какого ждал я крюку. Молчалин, давеча в сомнении, ввел меня. Теперь, да в полный из огня. Тот нищий, этот фран-приятель отъявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочерей отцом? Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань-ка календарь. Читай. Не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Постой же. На листе черкни на записном противу будущей недели. К Прасковье Федоровне. В дом во вторник зван я на форели.
куда как чуден создан свет. Пофилософствуй, ум вскружится. То бережешься, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. Отметь-ка в тот же день, нет-нет, в четверг. Я зван на погребенье. Ох, род людской! Пришло в забвение, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Но память по себе намерен, кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный камергер. С ключом. И сыну ключ умел доставить. Богатый на богатый был женат. Переженил детей, внучат. Скончался. Все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы? В Москве живут и умирают. Пиши в четверг, одно уж к одному. А может, в пятницу. А может, и в субботу. Я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила. Но по расчету, по моему, должна родить. Ах, Александр Андреевич, просим, садитесь-ка, вы заняты. Поди. Да, разные дела на память в книгу вносим. Забудется того, гляди. Вы что-то невеселы стали. Скажите, отчего? Приезд не в пору мой. Уж Софьи Павловны какой не приключилось ли печали? У вас в лице, в движениях суета. Ах, батюшка, нашел загадку, не весел я. В мои лета не можешь опускаться мне в присяд. Никто не приглашает вас? Я только что спросил 2 слова об Софье Павловне. Быть может, нездорова? Фу, господи, прости, 5000 раз твердит одно и то же. То Софья Павловна на свете нет пригожа, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет, не хочешь ли жениться? А вам на что? Меня не худо бы спросить. Ведь я ей несколько сродни. По крайней мере, искони отцом недаром называли. Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых, не блажи. Имением, брат, не управляя плошно. А главное, поди-ка, послужи. Служить, брат, прислуживаться тошно. Вот то-то. Все вы гордецы. Спросили бы, как делали отцы. Учились бы на старших глядя. Мы, например, или покойник дядя Максим Петрович. Он не то на серебре, на золоте едал. 100 человек к услугам, весь в орденах. Езжал-то вечно цугом, век при дворе, да при каком дворе? Тогда не то, что ныне, при государне служил Екатерине, а в те поры все важны в 40 пут. Раскланяйся, тупеем не кивнут. Вельможа в случае тем паче никак другой и пил, и ел иначе, а дядя, что твой князь, что граф? Серьезный взгляд, надменный нрав. Когда же надо подслужиться, и он сгибался в перегиб. На куртоге ему случилось оступиться. Упал, да так, что чуть затылка не прошиб. Старик заохал, голос хрипкой. Был высочайшею пожалован улыбкой. Изволили смеяться. Как же он? Привстал, оправился, хотел отдать поклон, упал в другой ряд, уж нарочно. А хохот пуще, он и в третий так же точно. А? Как по-вашему? По-нашему смышлен. Упал он больно, встал здорово. Зато бывало, визг, кто чаще приглашен.
Кто слышит при дворе приветливое слово «Максим Петрович»? Кто пред всеми знал почет «Максим Петрович»? Шутка! В чины выводит кто и пенсии дает «Максим Петрович»? Да! Вы нынешние нутка? Вижу предание, а верится с трудом. Как то ты славился, чья чаще гнула шея, как не в войне, а в мире брали лбом, стучали об пол, не жалея. Кому нужда, тем спесь, лежи они в пыли, а тем, кто выше, лезть, как кружево плели. Прямой был век покорности и страха, все под личину и усердие к царю. Я не об дядюшке об вашем говорю, его невозмутим мы праха. Но между тем, кого охота заберет, хоть в раболепстве самым пылком, теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком? А сверстничек, а старичок иной, глядя на тот скачок и разрушаясь ветхой кожи, чай приговаривал? Ах, если бы мне тоже! Хоть есть охотники поподличить везде, да нынче смех страшит и держит стыд в узде, недаром жалуют их скупо государи. Ах, боже мой! Он карбонарий? Нет, нынче свет уж не таков. Опасный человек. Валинея всякой дышит и не торопится вписаться в полк шутов. Что говорит и говорит, как пишет. У покровителей зевать на потолок, явиться помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок. Он вольность хочет проповедовать. Кто путешествует, в деревне кто живет. Да он властей не признает. Кто служит делу, а не лицам. Строжайшим запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Я, наконец, вам отдых дам. Терпение, мочи нет, досад. Ваш век бронил я беспощадно. Предоставляю вам во власть. Откиньте часть хоть нашим временам в придачу. Уж так и быть, я не поплачу. И знать вас не хочу, разврата не терплю. Я досказал. Добро. Заткнул я уши. На что ж, я их не оскорблю. Вот рыскают по свету, бьют батуши, воротятся. От них порядка жди. Я перестал. Пожалуй, пощади. Длить споры не мое желание. Хоть душу отпусти на покаяние. Полковник Скалозуб. Тебя уж упекут под суд, как пить дадут. Пожаловал к вам кто-то на дом. Не слушаю под суд. К вам человек с докладом. Не слушаю под суд, под суд. Да вернитесь, вас зовут. А? Бунт? Ну, так и жду Содома. Полковник Скалозуб, прикажете принять? Ослы, сто раз вам повторять. Принять, позвать, просить, сказать, что дома, что очень рад. Пошел же, торопись. Пожалуйста, сударь, при нем остерегись. Известный человек, солидный, и знаков тьму отличия нахватал. Не по летам и чин завидный, не нынче, завтра генерал. Пожалуйста, при нем веди себя скромненько. Ах, Александр Андреевич, дурно, брат. Ко мне он жалует частенько. Я всякому, ты знаешь, рад. В Москве прибавит вечно втрое. Вот будто женится на Сонюшке пустой. Он, может быть, и рад бы был душой, но надобности сам не вижу. Я большой дочь выдавать ни завтра, ни сегодня, ведь Софья молода. А, впрочем, власть Господня. Пожалуйста, при нем не спорь ты в кривь и в коси за виральные идеи эти. Брось. Однако нет его. Какую бы причину? Знать, ко мне прошел в другую половину. Как суетиться? Что за прыть? А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого? С которых пор меня дичится, как чужого? Как здесь бы ей не быть? Кто этот Скалозуб? Отец им сильно бредит. А может быть, не только что отец? Ах, тот, скажи, любви конец, кто на три года вдаль уедет. Сергей Сергеевич, к нам, сюда, прошу покорно. Здесь теплее, прозябливый, согреем вас. Отдушничек откроем поскорее. Зачем же лазить, например, самим? Мне совесть. Как честный офицер. Неужто для друзей не сделать мне ни шагу, Сергей Сергеевич, дорогой? Кладите шляпу, сденьте шпагу, вот вам софа, раскиньтесь на покой. Куда прикажете, лишь только бы усесть.
Ах, батюшка, сказать, чтобы не забыть, позвольте нам своими счесться. Хоть дальними наследство не делить, не знали вы, а я подавно, спасибо, научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настасья Николаевна? Не знаю, виноват. Мы с нею вместе не служили. Сергей Сергеевич, это вы. Нет, я перед роднёй, где встретиться, ползком. Сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки. Все больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчалин мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять крестишку ли? Местечку. Ну, как не породить родному человечку? Однако братец ваш мне друг и говорил, что вам и выгод тьму по службе получил. В 13-м году мы отличались с братом. В 30-м егерском. А после в 45-м. Да, счастье, у кого есть эдакой сынок, имеет, кажется, в петличке орденок. За 3 августа засели мы в траншею. Ему дан с бантом. Мне на шею. Любезный человек. И посмотреть так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат. А крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему. Он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать. Вот молодость. Читать? А после хват? Вы повели себя исправно. Давно полковник, а служите недавно. Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Бывает, моего счастливее везет. У нас 15-й дивизии не дали. Об нашем, хоть сказать, бригадном генерале. Помилуйте, а вам чего не достает? Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком 2 года поводили. В погоне ли за полком? Зато, конечно, в чем другом за вами далеко тянуться. Нет, старые меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось... Генерал. Вы славно судите. Дай Бог здоровья вам и генеральской чины. А там, зачем откладывать бы дальше, речь завести о генеральше? Жениться? Я ничуть не против. Что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь... В Москве ведь нет невестам переводу. Чего плодятся год от года? Да, батюшка, признайтесь, что едва, где сыщется столица, как Москва. Дистанции огромного размера. Вкус, батюшка, отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас уж истори ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохонькой, а если наберется душ тысячки две родовых, то ты жених. Другой хоть притча будь, надутый всяким чванством, пускай себе разумником слови, а всеми не включат. На нас не подиви, ведь только здесь еще и дорожат дворянством. Да это ли одно? Возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь отперта для званых и незваных, особенно из иностранных. Хоть честный человек, хоть нет, для нас равнёхонько. Про всех готов обед. Возьмите вы, от головы до пяток на всех московских есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, на юношей, сынков, на внучек. Журим мы их. А если разберешь, в 15 лет учителей научит. А наши старички, как их возьмет задор, засудят о делах, что слово приговор. Ведь столбовые все,
в ус никого не дует. И о правительстве иной раз так толкуют, что если бы кто подслушал их, беда. Не то, чтоб новизны вводили никогда, спаси нас, Боже, нет. А придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке по уму. Я вам скажу, знать, время не приспело, но что без них не обойдется дело. А дамы, сунься кто, попробуй, овладей. Судьи всему везде, над ними нет судей. За картами, когда вас станут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать пошлите их в сенат. Ирина Власьевна, Лукерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна. А дочек кто видал, вся голову повесь. Его Величество, король был прусский здесь, дивился не путем московским он девицам, их благонравию, а не лицам. И точно, можно ли воспитаннее быть? Умеет же себя принарядить то птицей, бархатцем и дымкой. Словечко в простоте не скажут, все с ужимкой. Французские романсы вам поют и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Не поминайте нам, уж мало ли кряхтят с тех пор дороги, тротуары, дома и все на новый лад. Дома новы, но предрассудки стары. Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары. Эй, завяжи на память узелок. Просил я помолчать, невелика услуга. Позвольте, батюшка, вот чатского мне друга, Андрея Ильича, покойного сынок. Не служит, то есть в том он пользы не находит. Но захоти, так был бы деловой. Жаль, очень жаль. Он мало из головой и славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом... Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают. Не я один, все так же осуждают. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журбе, поют всю песнь одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Где? Укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли? Грабительством богаты, защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не истребят клиенты иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? Не тот ли? Вы кому меня еще спелен для замыслов каких-то непонятных детей возили на поклон? Тот Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя они в часы вина и драки, и честь, и жизнь его не раз спасали. Вдруг на них он выменил борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей, сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке, вот те, которые дожили до седин. Вот уважать, кого должны вы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин,
В науке он вперит умалчущий познаний. Или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам, творческим, высоким и прекрасным. Они тотчас разбой, пожар, и прослывет у них мечтателем опасным. Мундир, один мундир, он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка, нищету, и нам за ними в путь счастливый. И в женах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно ли от нежности отрекся. Теперь уж в этом не ребячество не впасть. Но кто б тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Уж втянет он меня в беду. Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете. Мне нравится. При этой смете искусно, как коснулись вы предубеждений Москвы к любимцам гвардии, к гвардейцам, к гвардионцам. Их золоту шитью девятся будто солнцем. А в первой армии когда отстали? В чем? Все так прилажено, и талии все так узки, и офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски. Боже мой! Убился! Кто? Кто это? С кем беда? Она мертва, сестра. Да кто? Откуда вы? Ушибся обо что? Уж не старик ли наш Долмаху? Кому назначено с ним миновать судьбы? Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, а лошадь на дыбы. Он об землю и прям в теме. Поводья затянул. Ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснулся. Грудью или в бок? Помочь ей чем, скажи скорее. Там в комнате вода стоит. Стакан налейте. Уж налит. Шнуровку отпусти вольнее. Виски и уксусом потри. Опрыскивай водой. Смотри, свободнее дыхание стало. Повеет чем. Вот опахало. Гляди в окно. Молчали на ногах давно. Безделица ее тревожит. Да, с барышнин несчастен нрав. Со стороны смотреть не может, как люди падают стремглав. Опрыскивай еще водою. Вот так. Еще, еще. Кто здесь со мной? Я точно как во сне. Где он? Что с ним? Скажите мне. Пускай себе сломил бы шею. Вас чуть было не уморил. Убийственной холодностью своей. Смотреть на вас, вас слушать нету сил. Прикажете мне за него терзаться? Туда бежать, там быть. Помочь ему стараться. Чтоб оставались вы без помощи, одни. На что вы мне? Да право, не своей беды для вас забава. Отец родной убейся все равно. Пойдем туда, бежим. Опомнитесь, куда вы? Он жив-здоров. Смотрите здесь, в окно. Смятенье, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. Сюда идут, руки не может он поднять. Желал бы с ним убиться. Для компании? Нет, оставайтесь при желании. Воскрес! И невредим. Рука ушиблена слегка, а впрочем, все фальшиво и тревога. Я вас перепугал? Простите, ради бога. Но я не знал, что будет из того вам ирритация. Опрометь вбежали, мы вздрогнули, вы в обморок упали. И что ж, весь страх из ничего. Ах, очень вижу из пустого, а все еще теперь дрожу. С Молчалиным ни слова. Однако о себе скажу, что не трусливо. Так бывает, карета свалится, подымут. Я опять готова сызнова скакать.
Но все малейшее в других меня пугает. Хоть нет великого несчастья от того, хоть незнакомый мне, до этого нет дела. Прощенье просит у него, что раз о ком-то пожалела. Позвольте, расскажу вам весть. Княгиня Ласова какая-то здесь есть, наездница, вдова. Но нет примеров, чтоб ездило с ней много кавалеров. На днях расшиблась пух, Жоке не поддержал, считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюже. Теперь ребра не достает. Так для поддержки ищет мужа. Ах, Александр Андреевич, вот, явитесь вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны. Да-с, это я сейчас явил моим усерднейшим старанием и прысканием, и оттиранием. Не знаю для кого, но вас я воскресил. Вы вечером к нам будете? Как рано? Пораньше. Съедутся домашние друзья потанцевать под фортепиано. Великий пост, так балу дать нельзя. Явлюсь. Но к батюшке зайти я обещал. Остался. Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога. Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлемте к доктору. Пренебрегать не должен. Платком перевязал? Не больно мне с тех пор. Ударюсь об заклад, что вздор, если б мне к лицу не нужно перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того, гляди, подымет чацкой вас. Да скалозуб, как свой хохол, закрутит. Расскажет обморок, прибавит сто прикрас. Шутить и он гораст, ведь никто не шутит. А кем из них я дорожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Молчали, будто я себя не принуждала. Вошли вы, слова не сказала. При них не смела я дохнуть, у вас спросить, на вас взглянуть. Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны. Куда скрытность почерпнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть. Да что мне до кого, до них, до всей вселенной? Смешно? Пусть шутят их. Досадно? Пусть бронят. Не повредило бы нам откровенность эта. Неужто на дуэль вас вызвать захотят? Ах, злые языки страшнее пистолета. Сидят они у батюшки теперь. Вот кого вы порхнули в дверь с лицом веселым, беззаботно, когда нам скажут, что хотим, куда, как верится охотно. И Александр Андреевич с ним о прежних днях, о тех проказах, поразвернитесь-ка в рассказах, улыбочка и пара слов. И кто влюблен, на все готов. Я вам советовать не смею. Хотите вы? Пойду любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержит притворство, не сумею. Зачем сюда Бухчацкого принес?
веселое создание, ты живое. Прошу пустить, и без меня вас двое. Какое личико твое, как я тебя люблю. А барышню? Ее по должности, тебя. От скуки, прошу подальше руки. Есть у меня вещицы три, есть туалет, прихитрая работа. Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота. Подушечка из бисера узор, и перламутровый прибор, и игольничек, и ноженки, как милый жемчужинки, растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами скляночки, резеда и жасмин. Вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною, я правду всю тебе открою. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи Молчалину и позови его, чтоб он пришел меня проведать. Ну, люди в здешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я, одна лишь я любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу?